Салям, братан, салям. Пацаны, я права получил? Серьезно, покажи-ка, братан. Пацаны, вы о чем вообще? Сегодня у Алькапончика тут день рождения, вы че? А, точняк, точняк. Надо что-нибудь намутить, ну, ё-моё. Ооо, смотри. Салям. Пап, что я тебе хочу сказать? Ты заебатый друг. Ты охуенный друг. Желаю тебе всего самого хорошего, чтобы у тебя была хорошая девушка, хорошие друзья. Не такие, как мы. Такие, как мы. И желаю тебе всего самого наилучшего. Короче, с днем рождения, братан. Ну ты, конечно, дурачок немножко, ну ладно, что там. Со всеми КВНчиками такое в жизни случается, братан. Ну короче, ну как, счастья тебе, здоровья. Отметишь нормально, может быть, и с ночевкой останешься. Ладно, все, я уже не знаю, что говорить. Ильфат. А хули он поздравил счастья, здоровья. Дустым, туванным, туанканым влянсине. Я уж по-татарски. Аларды ұқпай бар, тұңлам аларды ұқпай бар. Сені ұмышлар тілейм, ұзын-ұзын өмірлер тілейм, есенлік яша, ұқы құтал, есенлік саулық, бәқет тілейм, жадлық тілейм, бәқетлі бұл, әне әтелерін, тұңла. Сенім рождейін тебе, сөйсімашқы. Ильфат. Ильфат. Поздравляем тебя. Сенім рождейін. Счастья, здоровья, любви твоим. Близким, тебе тоже. Да, тебе тоже. Чтоб ты прославился на всю Илабу. Только как альтапончик. Да, ну и как тупой КВНщик. Да. Вот, чтобы ты сдал ЕГЭ. Да, хорошо, ну отлично. Да. Лучше, ну отлично. Ну что, ну чтоб здоровье это самое главное, потому что остальное все, что есть, ты можешь купить за деньги. И чтоб у тебя родители. Близкие всегда были с тобой рядом. Тебя оказали такие хорошие люди, как мы. Ну, почти. Как я. Ванка, ну блин, братан. Давай, поздравляйте с днем рождения, давай. Ильфат, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья. Казарку, по-татарски знаешь? Эй, пойте, нет. Деня, давай, говори. Скажи, давай. Днем рождения, давай. Братан, она не моя. Я за нее. Ильфат, днем рождения!